Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Борис Маркелов. И сегодня я хотел бы с вами поговорить то, что в нашей жизни кругом нас окружают сплошные бренды. И эти бренды, они просто вокруг нас. Вот видите, палатка хлеб, хотя там овощами торгуют. И что я хотел бы предложить тем, кто желает что-то с этими брендами сделать, если они вам нравятся, возможно, либо они вам наоборот надоели. Мы сделаем очень красиво. Сейчас я иду по улице, и давайте посмотрим, что меня сейчас здесь окружает. Ну, смотрите, сеть магазинов «Магнит». Можно ли на этом заработать, помимо того, что магазин работает? Да, конечно, можно. Вот там вот дальше стоит магазин «Пятерочка». Здесь напротив меня находятся цветы «Фикс Прайс». И я могу дальше продолжать идти куда-либо и, ну, показывать вам бренды, на которых можно спокойно зарабатывать деньги в интернете. Как это сделать? Все достаточно просто. Вот там остался «Магнит». Здесь у меня «Фикс Прайс», здесь у меня всякие разные магазинчики, которые можно рекламировать в интернете. И для этого есть специальная сеть для блогеров. И специально для блогеров я предлагаю заняться делом, если у вас есть социальные сети. Если вы готовы размещать некоторые партнерские программы и получать за это деньги в интернете, я вас приглашаю. А далее я вам покажу, как это можно сделать. Итак, я продолжаю рассказывать, как же нам заработать на брендах. Кому нам? Ну, блогерам. Сразу скажу, что здесь именно доступ, если у вас есть хотя бы 3000 человек, вы уже можете зарабатывать на брендах. Какие бренды? Известные бренды. И также получать деньги за размещение всевозможных постов. То есть вы здесь можете найти всевозможные посты. Вот «Кинопоиск», часто вы видите сеть магазинов, «Перекрестки». Также «Пятерочка», доставка, «Альфа-банк», кредитная карта, «Сбермаркет» и многие-многие другие бренды, которые распространяют свою рекламу при помощи блогеров. И если вы более-менее нормальный блогер, если у вас есть непосредственно какая-то аудитория, неважно, вам не нужно быть блогером-миллионником, поверьте, вам достаточно зарегистрироваться по ссылке, которую вы найдете под этим видео, выбрать проекты. Вот мои проекты, их 10. Я не так давно начал этим заниматься. Занимаюсь я в основном вот направление Тинькофф, Райффайзенбанк и некоторых других направлений. Вот кошелек у меня по кошельку. Это самое простейшее приложение. И при установке приложения, например, вашим подписчикам или вашим другом, вы будете получать за первую публикацию 100 рублей и за каждую последующую публикацию, если человек активируется, по 30 рублей. Согласитесь, не так плохо. 100 человек, можете посчитать, или 10 человек. Это и есть возможность зарабатывать в интернете, одна из возможностей. Поэтому думайте сами, решайте сами, если вы готовы к этому, если вы хотите попробовать, по крайней мере, и у вас есть целевая аудитория на ваших социальных сетях. Здесь можно применять YouTube, Instagram, TikTok и все остальные социальные сети, которые вы привяжете в своем кабинете. Есть подробная инструкция. После перехода, после регистрации вы заполняете свой профиль и начинаете уже действовать. Многие программы не требуют подтверждения. Вы берете свою ссылку и начинаете ее рекламить. Если вы готовы, ссылочка под видео. Начинаем. Всем привет!